Здравствуйте, дорогие подписчики! Здравствуйте все те, кто зашел ко мне на канал. Дорогие мои, сегодня я хочу посоветовать вам очень-очень вкусненькое одно средство. Я сегодня зашла в магазин и вспомнила об этом очень уникальном средстве. А знаете, что это? Это я и купила это. И хочу рассказать, как мы с мамой употребляли этот продукт. Вот, посмотрите, дорогие мои. Это перепелиные яйца. Вчера их еще не было в магазине, а сегодня привезли свеженькие. На рынок мы сейчас не ездим, потому что коронавирус. И все покупаем в магазине. Так, дорогие мои, когда-то давно я купила книгу о птицах домашних. И там я вычитала о пользе перепелиных яиц. Ну, говорю маме: мама, давай попробуем. Вот, говорят, и иммунитет очень хорошенечко поднимает, и хорошо давление нормализует, и там лечит, короче, кишечник хорошенечко там лечит. Ну, короче, там 27 микроэлементов разных в этом яйце. Ну, короче говоря, мама говорит: давай. И вот мы каждое утро брали вот эти яйца, по 3-4 штучки. Брали рюмочку, брали яйцо, разбили в рюмочку. И так 3-4 штучки туда. И натощак каждый день раз и выпили. Походили 5-10 минут, а потом можно уже или кофеек, чаек, там, что вы будете кушать. Можно сюда, в эти яйца, кто не сможет так пить, но не очень приятные пить. Вот берешь их, они сами прям так бух и сошли туда. Они очень такие маслянистые, очень быстро глотаются. Так вот, дорогие мои, мы с мамой где-то месяц-два, а то и три пили эти яйца. Вот если вы будете перепелиные яйца пить каждый день в течение там хотя бы месяца, двух месяцев, вы почувствуете, как вам стало легко, как вы почувствуете внутри себя здоровье. И это мы с мамой проверили на себе. Я такая на подъем тяжелая, меня мама всегда заставляла. Так, давай идем пить яйца. Она дает мне вот эту штучку, упаковочку, а это ее упаковочка. И смотрит, пью я или нет. И вот так вот мы с мамой пили. Дорогие мои, оказывается, что вот эти вот яйца, в них очень-очень-очень много различных витаминов, аминокислот и разных микроэлементов. Я в той книге, когда еще вот давно, может, уже столько лет прошло уже, я вот сейчас решила снова попить эти яйца. Вспомнила и думаю: ага, надо попить яйца. Вот. Оказывается, в той книге было написано, что очень полезно пить перепелиные яйца деткам. Для чего? Вот там описывалось, что в Японии детей просто принудительно заставляли пить эти яйца, потому что они очень полезные. Во-первых, от этих яиц очень хорошо растут дети. А во-вторых, улучшается память. Вот и взрослому то же самое будет улучшаться память. Улучшается память, дети становятся очень умными. Вот посмотрите, почему в Японии все такие умные, что они только не изобретают. Вот. Так что, дорогие мои, это я проверила на себе. Так что, пожалуйста, попейте натощак 3-4 яйца сырых. Сальмонеза в них нет, это уже проверено. Вот и было написано там в книге, и я-то на себе проверила, мы с мамой пили эти яйца, что у перепелок 42 или 45 там температура тела. Вот, и не будет сальмонеза так же, как и в куриных яйцах. Да, кстати, очень полезно пить
и кушать вот шелуха. Вот смотрите, вот эти яйца, да? Когда мы разбили в рюмочку, выпили, а шелуха остается, вы не выбрасываете ее. Почему? В ней очень много кальция, который не остается на костях. Вот у кого там остеопорозы, там, ну, у нас на старости лет, у каждого же кости болят. И вот, кстати, вот этот вот кальций, который вот в этой шелухе, он очень хорошо влияет на все, на кости и на все вот эти болячки, которые остеопорозы, там всякие, там, какие там еще есть. Вот. Даже написано, что лечит даже вот когда вот врожденная есть, как вывих бедра, и что даже это помогает. Не знаю я, это я вычитала такое. Вот, я с таким не сталкивалась, дай Боже, чтоб не сталкиваться с такими, вам не желаю сталкиваться. Но, дорогие мои, вот это вы берете, выпили, а шелуха остается. Вы эту шелуху не выбрасываете. Как мы с мамой делали? Мы с мамой брали. Я вот собрали мы эти шкарлупки эти, водичку, прокипятили на огоньке водички 1-2 минуточки. Потом я процеживала водичку, раскладывала на тряпочку, на салфеточку, на тарелочку. И когда высохли они, мы потом берем там внутри вот эта штучка, которая такая вот пленочка, пленочку выбрасываем. А это мы хорошенечко, или вот такие есть ручные, или же есть кофемолки, взяли, помололи. И вы можете просто в еду, в супчик, в борщик, или просто брать ложечку и запивать водичкой. Или же можно делать кальциевую водичку. Мы с мамой делали и пили. Очень хорошо. А как сделать такую водичку? Вот как, дорогие мои, когда вы помололи вот эти вот шкарлупки, скорлупу, у вас получилось меленькое-меленькое. Вы берете чайную ложечку, берете литровую баночку, туда порошочек этот кальциевый из этих перепелиных яиц и заливаете литром водички. Потом закрываете крышечкой и пусть постоит 5 часов. Потом вы эту водичку можете использовать везде, или чай пить с нее, или кофе, или супчик готовить, или просто пить. Попробуйте. Вы сразу почувствуете, как у вас с костями хорошо. Вы сразу почувствуете, что горло не болит, что нет кашля и бронхита нет. Говорят даже, вот я не знаю, конечно, но вот я читала, что перепелиные яйца, они даже могут, и вот эта шкарлупка, это, которым помелена, даже может вылечить астму. Это даже, говорят, ученые подтвердили. Но когда вот астму лечат, тогда нужно, конечно, питание, нормальное экологическое какое питание, диетическое питание. И говорят, что проходит совсем астма. И потом еще, я еще читала, не знаю, насколько это правда. Говорят, что если вы будете эту шелуху пить, человек, который заикается, перестанет заикаться. Не знаю, за что купила, зато и продаю. Но яйца я с мамой пила и чувствовала себя очень хорошо. Давление нормализовалось. Раз. Да, там много кремния еще. В яйцах очень много. Очень хорошо будут расти волосы. У кого ногти слоятся там или такие, знаете, вот ломаются ногти. Ногти очень хорошенечко станут хорошими. Зубы, потом эти десна. Дорогие мои, попробуйте. Вкусное лекарство и полезное. Так что, желаю всем здоровья. Вместе со мной начинаем лечиться перепелиными яйцами. Ну что ж, на этом я прощаюсь с вами. Всем-всем доброго здоровья, всем хорошего настроения, всем счастья и благополучия. До свидания, дорогие мои. Всем пока!